Утро. Солнце встало. 6 утра. О, какая красота. Ты снял, как оно парит? Ну, если будет видно против солнца. Но все равно этот, я такого никогда не видел. Всем привет. Сегодня новый день. Новое утро. И мы отправляемся дальше. Сегодня, я надеюсь, мы доедем до Полтавы. Это 186 километров, по-моему. Ну все. Нет, цаплю еще покажи. На цаплю? Столбе. А то она так ночевала, что... Комар укусил. А не будет видно, далеко очень. Ну, все равно. Ночевают так, да. Да, водичка вообще парит. Супер. Прочитаю по-русски. Ученым я стал великий Кручи, академик Николай Богомольцев, математик и физик 20-го столетия. Это, скорее всего, в честь его поставлено здесь. Вот такая вот фигура. Господарские будильни по мещике Стороженки, споруда 1909 года. Вот о чем я говорю. Вот о чем я говорю. Вот эта проволока, это то, что попадает в колесо. Вот смотрите, сколько ее тут много. Что, Коль? И вот она, эта шина, уже на протяжении 2 километра. Рассыпалась. Это кусок большой, видно, оторвался. И так по всей трассе маленькие кусочки, большие валяются. Почему они за собой не убирают эти дальнобойщики? Представляете, сколько здесь проволоки в одной шине, которая разорвался. И сколько ее на трассе. Вот это пункт населенный. Вылы называется. Леся говорит, что деревня Вылы — это деревня Ляшка. Вот такие шутки у нас. Увидели корову, остановились. И вот у хозяина купили молока 1,5 литра. Ну, 10 гривен я дал. Они не знали, сколько. Я говорю, 10 хватит, ну хватит. Мы съехали с трассы. Трасса делает небольшой такой виток, объезжает Лубны. Мы решили через Лубны напрямик. Ну, будет какой-то интерес посмотреть. Но заодно и отчет такой. Мы были в Лубнах. О, спряталась. С одной стороны ели растут, а с другой стороны березы. Вот такой красивый въезд. Там железнодорожный вокзал. Я его часто проезжал на поезде. А сейчас своим ходом. Здорово. Веломагазин. Только открывается. Там непонятно написано. Да, тут откуда какая-то... Откуда лезть? Пошла русская земля, да? Земля. Красивый такой домик. Написано, что мост закрыт на ремонт. Но я думаю, для пешехода нет проблем. Тут действительно ремонтируют мост.
альпинисты там лазят, говорит. Тут лубны только начинаются, оказывается. Но там поставили внизу понтон через речку. Кстати, мы вчера хотели доехать до этого места, здесь где-то стоянку устроить. Да, могли вчера вот сюда доехать. Был бы тут где-нибудь стояночка у нас. Тут столик. Сейчас мы перекусик устроили. Теперь придется до Полтавы ехать. Да, гречка, молоко. Вода немножко такая красноватая. И вот замечательное место. Засулья написано. Встретили одного человека, который рассказал про своего отца. Отец 92-го года болеет лейкозом. Рак крови. И до сих пор жив. Благодаря тому, что он нашел, ну, можно сказать, лекарство, такую траву, которую здесь собирает, настаивает и пьет по каплям. Как эта трава называется? Эта трава называется балыголов. Балыголов, он, да? Ее собирает, перемеливает, сушит, там у него свой рецепт. Вот. И он настаивает на спирту и определенные капли, он пьет. И вот эти вот капли притормаживает развитие вот этого рака. Ну, это, я не знаю, это может быть редкость. Ну, тем не менее, к нему приезжали ученые, врачи, интересовались, как до сих пор он жил. Да. Вот так вот бывает. Вот давали вот эти вот капли на исследование в Израиль. Вот, исследовали эти капли, подтвердили, да, действительно, они притормаживают, но не лечат. Еще не найден этот, как бы сказать, лекарство от рака. Не, мне фото нужно. Мотель «Замок», 22 роки ему. Да. Такого знака я еще не видел. А то там яйца отрежут. А то будет как вчера. Мать вашу. Природу берегите. Проехали Харол так сбоку. Он остался с той стороны вот там. Ну, мы едем дальше. Леся, о, наш куда уехал. Река Харол. К ней не подойдешь. Камыши, камыши, камыши. Ну, вообще река ничего хорошего. Чистая. В этом месте я всегда покупаю медовуху. Вообще женщина отлично делает. Вот. Она даже рассказала, что когда-то призы завоевали они. Счастливо. Да, для приметы вот знак такой. Где-то 2 года назад проезжал в сторону Киева по этой трассе на велосипеде. Остановился. У этой женщины купил медовуху на подарок родственников в Киеве. Всем очень понравилось. А я нахожусь на части дороги, на которой еще машины не ездят. Она новая, еще не доделана. Остановились скушать по беляшу. Приятного аппетита. У тебя усы. Белоцерківка. Только что проехали реку Псел, через нее делают там мост второй. Вот. И вообще
во многих местах делают ремонт сейчас дороги, поэтому в некоторых местах узковато ехать, еще и снимать. Вот тут котлован, будет вторая часть дороги, а потом после этого будут менять эту, наверное, или расширять ее. Все так делают. С одной стороны делают, потом с другой. Да, конечно, покрытие здесь классно. А тут еще только будет. Леся увидела во дворе кучу навоза. Говорит, значит, есть корова. А если есть корова, есть молоко. И пошла. Действительно, есть корова. Купила две баклажки молока. В селе Подол Полтавской области молоко. Спасибо вам, люди добрые. Доехали до Решетиловки. Но наша цель все-таки Полтава сегодня. На спидометре уже 145 километров. Осталось 39. Этот 144-300 показывает. Средняя скорость 18 км в час. И самое противное то, что ехать сейчас придется дальше против ветра. Олеся молодец. Довольно. Сзади меня аэропорт Полтава. Так что мы уже на окраине самой Полтавы. Леся проехала 174 километра. Это уже новый рекорд. И мы доехали до Полтавы. Приехала в старое место, правда, здесь уже люди расположились на нашем месте. Ну, палатку поставила рядышком там, поэтому сейчас покупаемся и будем готовить кушать. Леся мало того, что проехала целый рекорд 184 километра, но она решила еще перед тем, как приехать на место, еще заехать в магазин. Поэтому сейчас поехала дальше в магазин
А я поставил в это время палатку, буду готовить кушать.